Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 22 декабря по 29. Ну что, поехали! За первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам понадобится любой автомобиль класса B. А для выполнения испытания вам понадобится 10 раз выполнить технику «Разрушительное ядро» или «Чистый старт». Для выполнения техники «Чистый старт» вам необходимо начать гонку без аварий. Разрушительное ядро же выполнить немного сложнее. Для его выполнения вам понадобится в быстрой последовательности ломать объекты, при этом чередуя их. Например, дерево, забор, куст. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для этого вам потребуется выбрать список дел в Yara Valley. Затем создать абсолютно любое испытание, как в предыдущем видео. Ну а для тех, кто не знает, как это делать, я оставляю видео в ускоренном режиме. В конце не забудьте пройти свой список дел, иначе испытание не зачтется. Для следующего испытания вам понадобится автомобиль класса А. Но нужно всего лишь завершить гонку на этом автомобиле. Для последнего испытания вам понадобится автомобиль класса С. Здесь придется не только завершить гонку, но и победить в ней. Ну а приз за два последних испытания – это Jaguar XJ220 с бонусом на скоростные техники и Porsche 911 Turbo S. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, чтобы узнать, как пройти следующий Форзафон, и поддержи лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!